Здравствуйте. Связала вот такую интересную бабочку с усиками. Хочу вам показать, как она вяжется. Для начала нужно связать вот это вот туловище черное. Возьмите черную нитку, крючок, сделайте петельку и на них сделаем 17 воздушных петель. Так, вот 17 петель. Теперь на них нужно сделать ряд столбиков без накида. Обычные столбики без накида вяжем в эту цепочку. Только вяжем не до конца, а нужно оставить непровязанными где-то 4-5 воздушных петель. Все остальное столбики без накида. Вот. Вставляем 5 петель. И здесь вяжем еще 5 воздушных петель. Вот. Ниточку нашу отрезаем. И вот такие вот у нас будут усики. Ну, чтобы нам нитки не мешали, можно сразу их как бы спрятать. Для этого просто подхватываем какую-нибудь протяжку на нашем усике, подхватываем эту нитку, вытаскиваем петельку, подхватываем ниточку и протягиваем через эту петельку. Затягиваем такой вот узелок своеобразный в следующую протяжку. Делаем то же самое. Это заодно и спрячет нашу нитку, чтобы она не вылазила. И как бы закруглит наш усик, чтобы он был такой покрасивше. Так. Последнее можно уже без петельки, просто как бы ниточку спрятать в какую-нибудь протяжку. Так, эту ниточку можно отрезать, она нужна. Следующую делаем тоже точно так же. Зато у нас будут такие усики кругленькие, красивые. Как у настоящей бабочки. Получаются вот такие вот туловища и усики. Вот, теперь нам нужно сделать крылышки. Так, это у нас ниточка не нужна. Можно взять какую-нибудь пушистую нитку по типу ангоры. У меня эта нитка немножко меланжевая, такое с краплениями другого цвета. Так бабочка даже будет интереснее. Итак, вкалываем крючок вниз туловище, вытягиваем петельку и делаем 5 воздушных петель. Теперь делаем столбик, точнее на крючок делаем 4 накида и в следующий столбик без накида делаем столбик с 4 накидами. Вот. Теперь делаем еще 4 накида. Уже в следующую петельку вкалываем.
и снова делаем столбик с четырьмя накидами. Снова делаем 4 накида в следующую. Вот. Так получилась наша нижняя крылышко. Теперь нам нужно опуститься до основания туловища. Чтобы опуститься, делаем соединительные столбики. Вкалываем в последний столбик с 4 накидами. Потом вкалываем пониже по столбику, пошли. Так вот соединительными столбиками мы опускаемся. Так. Нам нужно опуститься до конца. Вот последнее. Опустились. Крылышко немножко закруглилось, но так даже хорошо, чтобы оно было кругленькое. Делаем 5 воздушных петель, 4 накида и следующую петельку вкалываем, делаем столбик с 4 накидами. Теперь делаем уже не 4, а 6 столбик, 6 накидов. И в следующую петельку делаем столбик уже с 6 накидами. Верхнее крылышко, оно немножко должно быть больше. Так, снова делаем 6 накидов. В следующую петельку столбик с 6 накидами. Снова 6 накидов. Так, 6. Так. Теперь делаем 4 столбика, точнее 4 накида. 4 накида, и в следующую петлю делаем столбик с 4 накидами. Если вы не хотите опускаться с помощью соединительных столбиков, то можно, в общем-то, связать цепочку из воздушных петель. Например, вот делаем, покажу, 5 воздушных петель и вкалываем в основание бабочки. Можно двумя способами опуститься. Результат будет одинаковый. Вот связали мы 2 крылышка. Так, теперь нам нужно перейти на другую сторону, чтобы связать дальше крылышки. Вот здесь как раз можно соединительным столбиком сделать такую небольшую протяжку. Вот. Так, теперь вкалываем с этой стороны и вяжем 5 воздушных петель. Дальше вяжем точно так же, только в другой последовательности. Сначала столбик с 4 накидами, так вот как здесь, и 3 столбика 6 накидами. Трудность вязания такой бабочки заключается в том, чтобы не слетели накиды. А так она не сложна. Так, 4, 5, 6. Просто нужно туго держать ниточку, крючок, чтобы ничего не слетало. Так, второй, последний столбик с 6 накидами.
Теперь делаем столбик с четырьмя накидами. Так, теперь делаем 5 воздушных петель. И вкалываем в туловище. Так, верхняя крылышко готова. Теперь вяжем еще 5 воздушных петель. И делаем 2 столбика с 4 накидами. Так. Первый и второй. Так, теперь 5 воздушных петель снова. И вкалываем в основание, в самый низ. Так. Ниточку отрезаем. Вот, получилась такая вот бабочка. Ну, ниточки можно закрепить и отрезать, чтобы они не мешали. Так. И вот получается вот такая вот бабочка с меланжевыми вкраплениями. Вот такие красивые бабочки.